хорошо на подборе там. Ну, сегодня есть надежда, что поборется. Поборется команда очень плотно вот тут. Сторонник, скажем так, Зюбенко. Как здорово, конечно. Он в эти позиции под кольцом находит, подбирает, забивает сейчас. Сколько полез под кольцо, добивается результата у нас. Второй штрафной Григорьев забивает. Ну, будем считать, что такая рана не попадает. И обезгачена отличная передача через всю площадку. Забивает сейчас Ойлерс. Хороший очень ассист. Ну, вот Киркасян. Михаэль теряет он над ним контроль. Быстрая передача Капланов, здорово, фейканул, показал, что передача пойдет в одну сторону. Предоставили, и в итоге опять с дистанции не забиваются очки. Вот бот в проходе завершает до конца. Парней в серой форме нет. Очень хорошо сейчас нашагал, туда влетел. Вот Григорьев опять разгоняется, опять до конца будет идти. Нет, решает, сколько его скинуть. Сколько не совсем ждал эту передачу, но все-таки справился. По-прежнему пока тишина. На 4 очках они замерзли. Безгачин. Треху. Наконец-то дальнее попадание. Для на линию штрафных отправляется. Нет. Первого, к сожалению, попадания. Ну а Скоков Михаил у нас второй. Скоков появился на площадке. Хорошо. Очень раздергал на периметре. Освободился пространство. И бот трешку отправляет. Ну вот с этим. А, нет, вот раз не заходит мяч в кольцо, хотя так неплохая траектория была, а здесь здорово в проходе. До конца пошел. Вершение с проходов гораздо-гораздо лучше работает тут, а здесь Григорьев заряжает треху. Ну, слушайте, Соколов доводит мяч до периметра, но тут бросать не стал, находит Новикова. Треха от того. Вот и Новиков Александр у нас отличается, вот и против Техаса. Ну, пока вот эти врывы не работают, потому что не справляются. А трешка от бота встал на левую, не забил. Тем не менее, остается владелец за Орлю. С трехи без гачи. Говорит, из-под кольца не забил, зато с периметра. Внутри больше, чем два. Значит, выловить. Гачин, еще одна треха. Но я говорил, что Артем может работать сериями. Сейчас друзья мои увидели. Да, да. Ну, вот такое вот начало от игроков. В чужом кольце Зубенко. Хорошо, Зубенко сейчас развернулся, забил. Очень, конечно, полезен вот в этот метр до кольца. А здесь Григорьев прилетает, раздвигает еще в полете там всех игроков. Такого, который трешкой закрыл у нас первую четверть. Но тот не попадает, а Ойлерс на скорости. Продолжают они вот эти быстрые. Фокас действительно не успевает на такие действия реагировать, зато бот продолжает у нас настреливать. И тоже на скорости может и защитник неплохо поиграть. В общем, подбор команд очень неплохой в дивизионе сейчас. Ну и боты в 2 в 1 улетают со Скоковым и забивают 2 очка. Разбираются в защите с одним. Вот максимально долго пытался отступать, но не вышло. А эти передачи от Дюбенко просто раз за разом, Бот, какая классная остановка от 7 номера. За спиной там мяч провел и только на семерке Новиков решает с трехи тоже проверить. Закручивает он мяч в это кольцо сейчас. Так, 11 на 9. Ойлерс выигрывает, кстати, эту четверть за счет своих дальних попаданий. Но вот Киркасян там из-под кольца. Гаэль добивает его. Ойлерс есть. Хотя вроде шансы им достаются. Безгачин треху заряжает. И вот что там будет. Владение остается за игроками Ойлерс. Кто-то из игроков Техаса задел. Вот это скидки. Я не знаю, почему. В этот раз забрал безоговорочно подбор Зубенко. Любит он вот эти вот останавливаться на две. Повторюсь, что вот это его, если там дать ему хотя бы немного кислорода, будет он наказывать. Ну а бот у нас забивает. Интересно, какая треха летела. Смотрю, у бота уже 18 очков. В ответ Зюбенко с периметра тоже отвечает. В общем, отличный показатель. Ну и просто в сегодняшнем матче у нас тут какое-то шоу дальних попаданий. Проход неплохо получается у Техаса. Зюбенко очень легко получает, очень легко разворачивается. В краске есть, зато пространство вот это в одну передачу. Сейчас пытался такой флоп совершить 10 номер Ойлерс. Там, конечно, в несколько бросков подряд
не получается. Один раз у него было два в двух атаках, но потом все мимо. А бот у нас Панды. И его вот конкретно с ним, если удастся сейчас Ойлер что-то придумать, то игра сильно поменяется. Трешки у нас прям весь народ под кольцо. Ойлер снова подбор за Техасом. Что Техас собирает и собирает. Григорьев в этот раз решил, нет, не верю я в свой дальний. Пошел поближе, не попадает она. И полетел Техас. Пытаются они на скорость сейчас играть. И получается. Отодвигал Михаила максимально от себя. Сколько со средней не попадает. Капланов на подборе первый. И снова Техас просто сейчас контакт выбрасывал, не видя кольца. Но здесь Братко показывает, как это нужно делать. В проходе поднимает руки. Такая атака для Ойлерс. Новиков. Очередная треха от него. Новиков отметился. В общем, три игрока стреляют, пока на все это падение решает сразу вот так вот треху отгрузить и отправляет ее. Вторая атака подряд для УЛ. 5-34 и 29 очков обе команды забили. Вот уже больше 30-60. Нереальные цифры. Такое ощущение, что защита отключилась у нас. Новичков забивает в этом врыве. Третий во второй половине матча. В целом без Гачин треху. Вот так вот у нас продолжается тут веселье с периметра для Ойлерс. И выйти вперед впервые в этом матче. Григорьев, несмотря на сопротивление, активная Дзюбенко забивает сейчас в этом проходе. Но сегодня уже зарядил пару трех и продолжает он их туда вкручивать. Просто заряжается раз за разом. 61 на 61 и бот продолжает он. Вернее, возвращает лидерство сейчас для Техаса. Его Новиков здорово в защите, в принципе, вроде как перекрыл для этой передачи у Скокова, но самому опять плохо, так из небольшого заслона любит Артем это исполнять, еще и под кольцом там неплохо отборолись, и в итоге 2 очка. А треха, вторая подряд атака за 15-м номером Техаса. Ну и чуть покомфортнее дистанцию найти, а в итоге без Гачин треху просто не ждет никого, отправляется точно в кольцо. Она еще быстрое нападение провести, Зюбенко убегает, никто там не пытается даже из Техаса его догнать, но особого смысла бы в этом и не было, слишком далеко там он убежал. А Григорьев сам решает этот вопрос, находит себе Ойлер и возвращает преимущество для своей команды. Без Гачин поменял опять-таки эту историю, все привыкли со средней, забивает Зюбенко и выходит Ойлерс у нас вперед. Плюс 2 потеря, в итоге все шансы Техасу тут сравнять счет, Киркасян это делает. Ну, конечно, Техаса, и в итоге треха прилетает от Новикова, но сегодня просто снайперище, 7 не встречает в лучшей половине, вот, получает пространство со средней. Но ему нельзя давать простора вообще категорически. Бот с очень хорошим броском. И точно. И еще и ошибается у нас Ойлерс на скорости. Бот сам будет идти до конца. И здесь очень легко справился с попыткой. Бот, остановка на 2. Треха. 2 подряд атаки. Бот просто включился. Только я сказал, в ногах. Слава богу, пробежки ему там не свистнули. Безгачин тоже накручивает. И сам себя и соперников забивает сейчас Артем. Мне кажется, понятное дело, что с его рукой в таких моментах бросать стоит. Новичков с фолом после передачи Безгачина забивает сейчас эти. Средний не попадает на Зюбенко. Мгновенно Ойлерс в нападение мяч переводит. 2 передачи всю площадку прошли. Неплохой. Новика полез под кольцо. 7 номер. И забивает в этом проходе. Там поддерживает мяч сейчас находящийся. Григорьев со второго захода, флоутер все-таки отправляется в кольцо. Успел отработать, и Безгачин Артем один, совсем один. Забивает в этом проходе 13-й номер. Ну, у нас все-таки нашел пространство, а здесь Безгачин просто не стал возвращаться в защиту. Отбил от команд без него и забивает Артем. Ну, такое ощущение, что Безгачин. Ну, это он любит делать, никто не сомневается. Артем продолжает вот туда устраивать вот эти броски. Новиков сохраняет владение для Ойлерс. Просто это промаха Безгачина. Со средней Артем
Воу-воу-воу, Безгачин выдает сейчас очень. Рукам бывает, что тяжело дыхание восстановить и забить уверенно свои штрафные. Бросок Безгачин, не будет он идти до конца. У него все летит с периметра. Отправляет Артем очередную трешку. И просто у нас ричмонт ситуацию. Совсем мало взаимодействия у игроков сейчас Техаса. Бот в одно лицо забивает трешку. Сам привелся. Безгачин с получения трёха, девятая трёха от Безгачина, и это 40 очков с ракеты Артёма. Как вам такое? Сегодня вообще какие-то сумасшедшие цифры у Ойлерс, Новиков 20, более подпросили, они сейчас видно, что прям совсем игра развалилась на индивидуальные какие-то действия. Бот вырывается через центр, там даже не по их у нас Техас, но у Бот прям подустал, видно, что бросочек сейчас сбился. Но со второй попытки свободную трёху на скорости Безгачин, очередные очки свои, это уже у нас 40 раунд у нас Безгачин и Ойлерс быстренько в нападении там раскидали на двоих Зюбенко и Цоколов, 2 очка из-под кольца. Григорьев сейчас забивает, ну и да, я сколько подборов, 12 подборов, дабл-дабл точно у него в активе. До трипл-дабла, конечно, тут не добраться. Соколов забивает со штрафного, второй свой бросок. Бот, треха, метр не доходя, отправляется точно в кольцо. Бот, конечно, хорош в плане индивидуального мастерства, тоже 30. Соколов подбор и развернулся, забивает пятый номер сейчас полукрюк. Артем посматривает на время. Окей. Все, трясущимися руками. Ну что, Тём, матч вышел действительно таким плотным. Правда, четвертую четверть вы забрали, уже там никаких шансов у Техаса не было. 47 очков, чуть-чуть не хватило до полтинника. Зато хватило для 40 очков. Не, ну дабл-дабл точно есть, там 12 подборов. И как бы вообще к Техасу как-то отдельно готовились или так собрались такие, ну как пойдет, так пойдет. Нет, мы готовились, просто у нас никто не приехал. Такая подготовка прошла. Мы-то настраивались, что у нас там и Елен будет, и усиление будет. Прям, ну, мы хотели конкретно приехать. Ну, то есть вы прям опасались немножко Техаса? Конечно. Ну, потому что хорошие-то ребята. Это ж, ну, пацаны. В принципе, сотку с лишним отгрузили. Такое ощущение, что третья четверть вы там набили на двоих что-то в районе 70 очков. В общем, без защиты вообще играли. Ну, решили на атаке сосредоточиться, я так понимаю. Конечно, но их было 6, нас было 6. Что защищаться? Ну, согласен, это вообще лишнее действие в баскетболе. Ну, с победой отлично играть, Тём. Поздравляю тебя. Давай, доставай руку. Все, и хороших матчей дай.